решили немножко погреться в кафе, заказали кофе, пирожные и посидим тут возле окошка. Только что вернулась с работы и решила вот таких вот запрещенных вкусняшек купить. Это у нас продается в кондитерской возле дома. Называются конвертики с вишней и корицей. Бывают там такие конвертики еще с грушей и смородина-шоколад. Но нам больше всего нравится с вишней. По вкусу очень напоминает такой хороший качественный штрудель. Ну вот размером поменьше, очень вкусно, именно с вишней нравится. И также у них появилась новинка, это такие трубочки с соленым сыром, то есть это что-то наподобие еврейского салата, начинка, то есть твердый сыр, чеснок, не знаю, может там есть даже майонез, какой кошмар. Ну да, в общем, сегодня вот решили так, еще ждут доставку суши. Не хочется абсолютно готовить, вечер пятницы, нужно отдохнуть. Чтобы следующая неделя была хорошей, нужно хорошо провести пятницу и выходные. Уже доставили роллы, и сейчас я хотела бы вам рассказать очень смешной случай, который только что произошел. Роллы я заказала на 18:00, и когда на часах было 17:30, я решила сделать косметическую процедуру, а именно маску для лица. Маску я выбрала вот такую. Это Clear Skin Professional от Avon, гель-пилинг для очищения кожи лица. В общем-то, нужно сказать, что до этого я этой маской не пользовалась ни разу, хотя она у меня уже примерно месяцев 5. Но я подумала, полчаса достаточно, порелаксирую и чего-нибудь выпью горячего и дождусь как раз доставку. Но наносила я этот продукт, наверное, минут 7, потому что оказалось, что это не обычная маска-пленка, не обычной консистенции, а такое очень густое липкое желе, которое тянется за пальцами, распределить просто невозможно. Нужен, наверное, какой-то косметический шпатель, чтобы это все равномерно нанести, и то я не уверена, что из этого что-то получится. Но все бы ничего. Для застывания маски пленки нужно 15-20 минут, после чего она легко снимается с лица. Но прошло, наверное, минут 5. Звонит мне какой-то незнакомый номер. И я сразу же понимаю, что, наверное, это курьер. И вдруг он уже стоит у меня под дверью, а у меня эта маска, она, надо сказать, синего цвета такого. Сине-серого. В общем, выглядит просто ужасно. Это даже хуже, чем маска от Freeman, вот, успокаивающая с минералами моря, такого бирюзового оттенка. То есть это вообще какая-то серо-голубая, ужасно смотрится. В общем, я побежала в ванну это все смывать. Она не отмывается, она же еще не застыла. То есть она такая же липкая, это толстый слой. Я ее уже и водой, и специальным спонжем для снятия макияжа. В общем, наверное, мыло минут 10. Естественно, результата от маски я не смогла оценить, потому что смыла ее. Мне снова перезвонили с того номера. Оказалось, что это действительно курьер. Он приехал раньше на 15 минут. И хорошо, что он был еще внизу, а не возле моей двери. И он сказал, я приехал раньше, может быть, я сейчас вам занесу. Ну, я на тот момент уже практически все отмыла. И говорю, да, заносите. Вот, и думаю, как хорошо, что он был не возле двери. Вот такая история приключилась с маской. Я не знаю, работает она или нет, но на данном этапе я ее уже никому не советую, потому что такая липучка. Я, конечно, еще раз попробую, когда никого не буду ждать. Может быть, из этого что-то получится более путевое. Еще раз, когда никого не буду ждать, может быть, из этого получится какой-то другой результат. Суши я заказываю
сушилье. В последнее время мне именно там нравится. А и цены, и вкус. Раньше я заказывала в Марфе, когда только переехала в Харьков, но потом поняла, что Марфе это, наверное, самые вкусные суши, которые можно себе заказать. Часто я кошка итальяне делаю заказ. Вот сегодня маленький заказик такой, это сет фирменный микс. А мне он очень нравится по цене, по вкусу, по количеству. Муж у меня не слишком любит роллы, ну то есть он любит, но так умеренно, поэтому в основном ем я. Вот, и он чуть-чуть со мной за компанию тоже съедает, он уже скоро придет, будем кушать. Еще раз скажу, маску не советую, просто ужас.